А это что, здесь долбились, да, прямо? Откуда, да? А ты, а это что там? А ты звука ищи. Я бы подрался. Сышачком. Да. Thank you.
А, ну туда вот, выпьем, давай. Егор, маленький. Чёрный ворон, друг ты мой залёный. Где же ты, ворон, летал? Чёрный ворон, друг ты мой залёный. Где же ты, ворон, летал? Отойдите сзади от коня. Белую с кольцом. Давай, Егор, да, вот это Егор, давай. Егор. Вышла, вышла. Thank you.
Значит, с тобой у нас чего? По музее у нас управлял, молодец. Ничего нет. Соответственно, сейчас будем выбирать с тобой наконечник. Пойдем, Глеб, дальше пойдем. Тебе здесь нравится? Да. Смотри. Смотришь, как уютно. Там захват уйти. Круто. А я же сегодня с этим, с утра, с травником пересекался. Mm-hmm. Вот смотрите, ведут каторжника. Колодки. Да, его тут конкретно. Последовали, прям на топ повели. Все, продавать пошли, да? За воровство. Вот так вот. Стас, попёр спорт, что-то начал. Нигде не увидишь, понимаешь? С пластиковым пакетом, да. Ну что, круто, идет воин. Затарился. А, как богатый. Там лак на основе янтаря. Между ними сверлю. Какая штука, булка такой. Да, вот, да. Бур, нет башникова? Нет, башникова. Да. Ой, Настя. Thank you.
нами был до конца и своими силами помог нам провести этот фестиваль. Несколько минут для того, чтобы мы подготовились и для того, чтобы участники успели найти локацию. Покопаемся по глубже.
А если здесь на поле кто-нибудь из клуба «Красный дракон»?